motherfucker. Раз, два, раз. Если враг рядом, избегайте конфликтов. What's up? Проект KG348. Погнали, ребятки. Понять бы, куда что. Предлагаю, давайте проверим, куда ведут вот эти вот двери. Тем временем, история у нас продолжалась, но мы явно где-то рядом. Так, шокер, клей. Звуковой нужно собрать один. Предмет создан. Ого. Нихера. Найс. Уэйтс, я дошла. Комплекс лаборатории может быть отделен от станции. Подать энергию в лабораторию. Теперь нам нужно спуститься вниз. Так, здесь костюмы. Пока не понятно. Ого, даже так. Пока ничего не понятно, но очень интересно. Слушай, вроде показывает, что его деда, да? Так, а теперь, походу, нам нужно идти прямо и налево. Возможно, мы выживем. Что-то я очкую, Славик. Подать энергию в лабораторию. Давай, карта, зажгись. Есть. Был скачок напряжения. Теперь с пульта управления в центральной лаборатории подключите тамошние системы к Севастополю. Мы на вас надеемся. Я сам на себя надеюсь. Опасных материалов. Ну, слышал, да? Сейчас я еще и самоудушусь. Вообще классно будет. Утечка опасных материалов. Конечно, блин. Нам одного вот этого материала мало. Нам вот еще надо чему-то утечь. Прекрасно. Теперь, короче, когда мы подали напряжение, нам нужно вернуться обратно. Вот таким вот макаром зайти и пройти вот сюда, открыть и зайти и закрыть. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Пока все довольно-таки неплохо получается. Теперь нам нужно налево. Туда, куда нам нужно, находится в этом направлении пути. Вы пришли в лабораторию. Здесь есть колбочки. Надеюсь, они не с лицехватами. У нас все включилось. Теперь нам нужно взломать компьютер. Подтверждена утечка опасных материалов. Принято аварийное. Выбраться из лаборатории. Внимание! Просьба проследовать перегородку выбора. Сохраняйте спокойствие. Ух ты! Вот это я понимаю. Вот это было очень близко. Прям... Просьба проследовать ближайшему выходу. Сохраняйте спокойствие. Прям адреналин прыснул немного. Так, а мы продолжали волноваться и нервно гуськом продвигаться. Вся игра, серьезно, вся игра у нас на картах. Прям вот Aliens не изоляция, а на картация вообще. Звездный гусь, ты кто? Я звездный гусь. Нет. Что произошло? Что произошло? Алло, страшно-то как? Куда? И что мне нужно делать? Теперь это в другую сторону. Пройдите к ближайшему видео. Если указания. Нихера, вот это вот поворот, я вам кричу. Мы серфим космос. Да, у нас что-то там отстыковалось. Походу, это мы. И теперь мы вместе с огромной-огромной ящерицей инопланетной. Задача наша выбраться. Но это очень сложно. Что у нас там со шлюзом не так происходит? Нам же ж куда? Нам же ж вообще вот сюда, в эту сторону. Уа! Охренеть! Начинается опять какая-то жопа.